Вора в законе Николая Кузьмичева, недавно оправданного по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии, вновь арестовали и будут судить по той же статье. Об этом сообщили в Томском областном суде. По предварительным данным, в августе 2021-го Томский областной суд оправдал Кузьмичева, и этому предшествовал вердикт присяжных, которые признали его невиновным по вменяемой ему воровской статье. Однако в декабре 2021-го апелляционный суд Новосибирска отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение. Кузьмичев, который по версии следствия имел авторитетный вес и управлял криминальным миром в Томской и Кемеровских областях, еще с 2013-го стал первым в Российской Федерации человеком, против которого применили новую статью УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии. Это случилось в начале 2019-го. Кузьмичев был задержан сотрудниками правопорядка в своем загородном коттедже. Дом Кузьмичева бойцам спецотряда пришлось со всех сторон окружить, а дверные петли срезать дисковой пилой. Но сопротивления авторитет не оказал. Дело расследовалось 2 года, и многие обвинения были построены на показаниях засекреченных свидетелей, которые периодически путались. На ряде документов были поддельные подписи. Экспертиза доказала это. В итоге мнения присяжных разделились. Закон трактовал это в пользу подсудимого. Однако апелляционный суд решил, что доказательств вины Кузьмичева достаточно, и отменил приговор о его невиновности.